20. Мы прилетели в город Новокузнецк. Будем встречать 300-летие Кузбасса. Соответственно, у нас впереди два концерта. Первый концерт у нас в Новокузнецке, а второй концерт у нас в Кемерово. Будет весело, задорно и незабываемо. Да. Мы не могли проехать мимо такой прекрасной, красивой Стеллы. Ну что такое ПЦР? Это П, это С, это Э. Даже в Новокузнецке знают, что такое ПЦР. Мы выходим на сцену. Энергия вот разрывается. Итак, это комплекс для особо ленивых, кто не хочет по часу-полтора делать тренинги. Просто вот один подход, 45 секунд, потом 15 секунд отдыхаешь, потом 45 секунд у тебя скакалочка. Главное, чтобы все это было удовольствие. Видите, я же такой доволен. Дорогие друзья, занимайтесь физической культурой. Это так легко, весело и задорно. С вами дискотека Авария. Я точно знаю.
Проведите походу в посевную парковку, и там вас обязательно найдут. А я бы что могу сказать о том, что множество мероприятий было проведено по различным площадкам Бузбакса. Сегодня мы с вами встретились в южной столице, и это здорово. Но много мероприятий проведено, подготовка к 300-летию, и за это мы хотим сказать огромное спасибо. КамАЗ, нет такой группы в области? Нет, нет такой группы. Я думаю, что для всем с КамАЗом и больше на счет три ровно времени назвать группу по вашему миру, которая сейчас появится на этой сцене в рамках нашего шикарного мероприятия. Итак, раз, два, три! А про ваши громкие мурации группа «Дискотека Анталия!» Странно, будто ты все это видишь с высоты. Никто
осталось остаться.